Каждый год на территории Смоленской области проходят сборы творческой молодежи. Каждый год уже на протяжении многих лет лагерь становится летней столицей детского творчества, фантазии, необычных идей и поиска таинственной земли – новой Атлантиды. Но не пытайтесь отыскать эту землю даже на самой подробной карте, а название в энциклопедиях и словарях. Такой земли в действительности не существует. Но она, как это ни парадоксально звучит, есть. Она существует в сердцах тех, кто хотя бы раз побывал на областных сборах старшеклассников и творческой молодежи, и кто пережил удивительное чувство возвращения в беззаботную пору детства. 2006 год в Новой Атлантиде прилетел незаметно. 21 день был наполнен яркими событиями, так что скучать не приходилось. Ни минуты. Я вот сегодняшним днем просто не то что удовлетворен, я рад сегодняшним, я счастлив, я меня разбирает сейчас. Хочу, правда, есть, и уже не хочу спать, потому что я вижу эти улыбки, вижу радостные лица, и мне приятно. Педагогический отряд «Крылатый». На сегодняшний день, когда отряд «Крылатый» объединяет лучшие молодые творческие силы Смоленщины. Это яркие, энергичные, талантливые молодые люди, которые прилагают все усилия для того, чтобы ребенок, приехавший на сборы, получил за эту смену максимум эмоций, идей, самого разнопланового опыта, попробовал себя во всевозможных амплуа, нашел понимание и поддержку. Возраст комиссаров педагогического отряда от 18 до 26 лет. Поэтому, как носители ценностных ориентиров, комиссары воспринимаются подростками в качестве старших товарищей, на которых хочется равняться, слова которых воспринимаются не с высоты педагогического опыта учителей и наставников, а с позиции дружеского совета. Кроме того, в лагере комиссары вовлечены в единый творческий процесс, как и участники сборов. Поэтому позиция сотворчества делает их равно ответственными соавторами процесса, что неизбежно требует от подростка проявления собственной взрослой позиции. Для тебя одно сейчас эти розы да щипа. О, любовь, любовь. Настроение хорошее, позитивное. Познакомились поближе с ребятами, узнали, кто на что способен. Дети у нас просто, наверное, потрясающие. Мне сказали, это они были обалденные. Просто я сейчас стоял на станции, вы не представляете, 10 минут такой тишины, даже птичка не свистит. Я даже с муравьями стал разговаривать. А когда пришли мои дети, мы так громко кричали, вы не представляете, я даже ушки закрыл, чтобы не оглох. Любовь, любовь. Для тебя одной сейчас эти розы да щипа. Любовь, любовь.
работа, которая проводится нашими комиссарами, это профориентационная работа, это работа по формированию личности, это работа по формированию гражданской позиции. Вот это для нас самое главное. И она видна, и она чувствуется. И то, что вслед за первыми комиссарами, а я напомню, что их было всего горсточка тогда, в конце 80-х, начале 90-х годов, что сейчас больше сотни комиссаров, прошедших сборы творческой молодежи, активно сотрудничающих с нами и поддерживающих все наши инициативы. Мне бы хотелось, конечно, чтобы не только диссертации, не только дипломные работы, но и просто говорили о том, что спасибо вам за подготовку наших ребят к жизни. Это самое главное, что мы делаем, что мы хотим сделать для нашего города, для нашей области, для нашей страны. Мечта жила в сердце твоем, ты думал гордо и смело, но никак не брался за дело, никто и не знал о нем. Как божественный луч, как Перун, как Зевс, как Изида, возникла в жизни твоей Атлантида, и нет больше туч. Все, о чем ты грустил и ждал, все Петрович тебе подал. Он подал пример, как надо, чтоб не сбиться с верного лада. Никогда ты не знал, что может быть так весело, клево здесь, и Атлант тут все превозможет. Это адская заводная смесь. Атлантида — твой дом второй. Здесь любой может быть герой. Если станет грустно, тогда ты скажи Атлантиде «да». Да.